Будет три уровня спада, да, каскадный вариант. Первая площадка на ровне нормальная, будущее еще будет. Вот она, да? Да, вот, да, вот. Рельеф территории решили превратить в изюминку. Лестница будет идти к каскадам. Можно сказать, что сквер будет трехуровневым. С зоной отдыха, детской площадкой, местом для подвижных игр и сценой. К слову, зрительные места решили тоже обыграть. Они будут расположены на склоне. Архитекторы презентовали свой проект на выездном совещании с главой Нижнекамского района Айдаром Метшиным. Некоторые решения принимались на месте. Вот именно парковые качели, вот такие, может какие-то другие прикинуть. Нет, там, вот, чтобы... это точно не это. Работы по обновлению сквера «Молодежный» уже ведутся. Началась укладка брусчатки. Флажки наметили места, где установят прайм-лайн. 13 цветовых арт-объектов. Подарок от Нижнекамска. Фасад ближайшего дома планируют расписать граффити. Камские поляны вошли в число моногородов. Благодаря этому из федерального бюджета были выделены деньги на преображение общественных пространств по программе «5 шагов благоустройства». Что именно изменить, решали сами жители, отдавая на сайте свои голоса за понравившуюся идею. В проект «5 шагов по благоустройству Камских полян» вошла и вот эта прибрежная зона. У камполянцев появится свой облагороженный пляж. Сейчас уже огородили территорию, здесь планируют построить МФЦ. И в скором времени также может появиться летнее кафе. Расчистили территорию, завезли песок. И уже стало лучше. Камполянцы даже не представляют, что их ждет в итоге. Архитекторы планируют сделать все по последнему слову моды. Волейбольная площадка, душевые, административный корпус. Самое главное, чтобы финансов хватило. Предварительное название пляжа – Камский берег. Условий для комфортного, безопасного, хорошего отдыха необходимо создавать. И мы намерены вот в этом году задать вот эти основные условия с тем, чтобы потом их развивать. Реконструкцию сквера «Молодежный» планируют завершить через 3 недели. Пляж начнут облагораживать в этом году, продолжат в следующем. Алсу Арсланова, Ренат Харасов, новости НТР.